В Доме культуры поселка Афипский прошел большой праздничный концерт ко Дню народного единства. Перед началом мероприятия гости имели возможность познакомиться с экспозициями выставок, увидеть душу России, запечатленную на фото, кукол в национальных костюмах ручной работы и многое другое. Со времен Минина и Пожарского жители нашей страны уже не раз доказывали свою доблесть и сплоченность перед лицом врага. И сегодня российские солдаты из разных регионов страны сражаются под знаменами правды и справедливости. Зрителей поздравили глава района Андрей Дорошевский, председатель Совета муниципального образования Владимир Захарченко и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. Наша большая задача всех, кто проживает на территории Северского района, Кубани, России, передать нашим будущим поколениям историю, быт, традиции, доброту, уважение к тем людям, которые живут рядом с нами. В качестве музыкального подарка от главы района на сцену Дома культуры вышли участники хора Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Часовое выступление артистов имело успех. Восхитительные голоса и такие знакомые из детства любимые слова песен трогали до глубины души. Аплодисменты стоя и слезы на глазах. Сегодня так важно помнить свою историю, беречь культуру и верить в общее будущее.